Это видеообращение счастливого человека. Почему счастливого? Потому что я наконец-то пообщался с тобой не тогда, когда я сам выбежал такой: «Злата, Злата, нужно поговорить», а когда ты обратила на меня внимание. Чувствую умиротворение, такое, что состояние, что вот все хорошо. Я наконец-то был замечен тобой. Я тебе обещал показательно. Сзади меня стоит та попытка, которая была у меня последняя, перед тем, как я уже нарисовал на шоу. И это, мягко говоря, не та Злата. И это вот реально было, ну вот реально было волшебство. Вот даже саму не верится, что я это говорю. В общем, я очень рад. Очень рад. Тебе еще вот. Ой, тут. Я тебя вначале рисовал вот так вот ручками. Потом я тебя переводил в векторе на такой светотеневой рисунок. Потом его переносил уже туда и обводил. И получилось то, что получилось. А вообще, есть вопрос. Какой у тебя негативный опыт, связанный с подарками? То есть, почему вдруг возникает вопрос, что подарки – это какие-то обязанности, или подарки – это, значит, покупают твое внимание и так далее? Мне интересно узнать твой язык любви. Что это? Это прикосновение, это разговоры, это поддержка. И почему не подарки? Почему не подарки? Хоть мне очень хочется, но я обещаю сдерживать себя, свои порывы, какие-то, что-то где-то найти и подарить тебе, потому что пока что это воспринимается тобой неоднозначно, до тех пор, пока мы не обсудим этот вопрос. И предлагаю с тобой на следующем свидании пройти тест на языки любви, чтобы понять, как мне с тобой взаимодействовать.